регистрации общества с ограниченной ответственностью нужно, во-первых, определиться с численным составом учредителей, придумать название для общества. Решите, кто у вас будет осуществлять функции единоличного исполнительного органа. Это может быть директор, генеральный директор. Определиться с местом нахождения юридического лица, вновь создаваемого, то есть с юридическим адресом. А вообще пакет документов для регистрации общества с ограниченной ответственностью, он достаточно прост. Это устав, заявление по форме R11-201, протокол учредителей, то есть общего собрания учредителей создания общества. Если общество создает у нас один человек, то это решение о создании общества. Оплатить госпошлину, она у нас равна 4000 рублей, подать документы в межрайонную инспекцию номер 17.